В эфире «Глаз народа ЕАО» – программа, созданная в соавторстве с активными творческими и наблюдательными жителями нашего региона. Жители села Амурзет негодуют. 19 января, когда все православные христиане отмечали крещение Господне, им не удалось ни окунуться в Иордань, ни добыть крещенской водицы. Все потому, жалуется соавтор, что на реке Амур никто ничего не организовал. Село Амурзет. Для всех как бы есть крещение. В Амурзете площадки расчистили, и на этом все кончилось. Ни окунуться, ни воды набрать. Что за крещение, непонятно. Хитрое дело это заморозка. Собрал в кучу огрызки, залил водичкой, спрессовал, и упаковочка кальмаров получилась. А на деле вот такой то ли суповой наборчик, то ли чьи-то уши по цене классического морепродукта. Внимательнее относитесь к покупкам, рекомендуется автор программы. Особенно, если покупаете их в магазинах низких цен. Кто виноват и что делать? Не просто фраза, а целый принцип жизни, составленный из риторических вопросов. Автор этого видео, жительница дома номер 6 по улице Мелиоративной, уверяет, что подъезд никто не убирает, а также жалуется на мусорящую молодежь. Что делать в таком случае? С одной стороны, сколько ни убирай, проблема никуда не исчезнет. С другой стороны, люди, может, пора стать людьми и прекратить пакостить? Все стены списаны, молодежь ночью пьет семечки, невозможно с детьми подняться. Каждую ночь толпы, все исписано, все провода оторваны. Монарху жаловались, толку нету. Уборщица отказывается убираться здесь. Говорит о том, что это устраивают жители подъезда. Но жители где-то около года убирались сами. В то время как тысячи людей в областном центре продолжают мечтать о собственном жилье и влезать в изнуряющие ипотеки, в самом центре Биробиджана пустует и ветшает вот такой долгострой. Понятное дело, если дом не сдан в эксплуатацию, значит он не пригоден для жилья. Но все равно обидно. Как-то не до жиру разбрасываться таким добром. Победителем сегодняшнего выпуска признали автора фото «То ли суши, то ли уши». Счет его мобильного телефона пополнится на 100 рублей. Напоминаем, вы можете стать соавтором программы «Глаз народа ЕАО», просто прислав фото или видео на номер, указанный на экране, или разместив их в Инстаграм с хэштегом «Глаз народа ЕАО». Хотите, чтобы наша программа оплачивала вашу мобильную связь? Присылайте фото и видео с места событий. Фиксируйте проблемные или курьезные ситуации на камеру гаджета. Прикрепляйте комментарии, чеки из магазинов. Станьте соавтором программы «Глаз народа ЕАО». Авторы лучшего материала выпуска получают 100 рублей на счет мобильного телефона. Участвуйте в создании программы и смотрите нас каждый понедельник, среду и пятницу. «Глаз народа ЕАО».